Ну что, куда сразу ты? Осмелился это сделать, как он посмел дотронуться рукой до моего внука. Говорили люди, что он с нечистым путается, а я, дура, не верила. Пустите меня, я должна его убить. Открой дверь, Кокутия. Это я, Ольга Керкадзе, бабушка этого мальчика. Не держи в своей затхлой комнате моего и без того исхудалого ребенка. Открой дверь, выпусти его. Ах так, Кокутия? Сейчас ты увидишь, как я разнесу твой дом. Камня на камне не оставлю. Теперь держись. В детстве, как и все мои сверстники, я тоже был непоседой. И мне от бабушки за это часто доставалось. Но стоило кому-нибудь дотронуться до меня пальцем или как-то иначе меня обидеть, не имело значения, заслуживал я этого или нет, и бабушка была готова разорвать моего обидчика в клочья. Брось книжку и выходи. Он мне ее подарил. Мало у тебя своих книг. Извини, что зря побеспокоила. Отпусти его, бабушка, мы только на речку сходим. На сегодня хватит вам баловаться. У кого это? Потола? У Коридзе, Юза и Варлан. Несчастные, что будет теперь с вашими осиротевшими детьми, с вашими бедными женами? Счастлива ваша мать, что не дожила до этого дня. Мы не слышали ни грохота пушек, ни гула вражеских самолетов, но не проходило недели без того, чтобы почтальон Потола не принесла бы похоронки в чей-нибудь дом. Ставь сюда ноги.
то время я без конца читал и перечитывал повесть Гектора Мало «Без семьи». Все, что испытывал мальчик Рене, происходило будто со мной. Это я стал учеником Виталиса, это я подружился с Капи, с Дольчи, с Зербино. Это я был сиротой, а потом нашел мать. Адезет, беби, агвиания, тайди меня. Вставай, давно спать пора. Бабушка, поиграй со мной немного. Не время сейчас играть. Совсем немного. Ну ладно, знаю, все равно не отвяжешься. Что я должна делать? Как будто ты злая женщина и выгоняешь меня из дома. Что это за игра, выдумщик? Прошу тебя, бабушка. Хорошо. Как я должна тебя выгнать? Говори мне, я больше не могу тебя содержать, чтобы с сегодняшнего дня ноги твоей не было в моем доме, и вытолкни меня пинком. Пусть будет по-твоему. Только побыстрее. Ну-ка, вставай. Убирайся отсюда. Ночуй где хочешь, чтобы духа твоего больше не было в моем доме. Вот тебе и пинок. Господи, чего только не выдумает ребенок. Ну, Дарий, где ты? Откликнись, не время сейчас играть в прятки. Ну, Дарий. Что с тобой, внучек? Почему ты плачешь? Меня из дома выгнали. Что ты говоришь? Да не своди с ума соседей. Кто тебя выгнал? Ты же сам придумал эту игру. Успокойся, милый, успокойся. Ну не плачь, не плачь. Господи, своих четверых вырастила. Еще троих сирот-племянников. Все они играли, озорничали. А с тобой все не как у детей. Куда это ты собрался в такую рань, не евший, не пивший? Стой, стой! Кому я говорю? Твой дедушка в последний раз в 905 году стрелял из этого ружья. Не выбей кому-нибудь глаз, чтобы вам всем троим пусто было. Правда, не хочет, чтобы я забыл, что это за вещь. Ау!
В Гурии цыган называют еще чачанцами. Поэтому, когда в июле 43-го года по деревне разнесся слух, что в Зенубане пришли цыгане-чачанцы и разбили лагерь в урочище Лашищала, я воспринял эту новость как нашествие разбойников, так как и цыган, и чачанец в Гурии — это также синонимы черта и бродяги. Я не боюсь, я подойду к ним. Ты что, с ума сошел? Ждите меня здесь. А ну-ка давай ружье. Попался-таки? Пошли, пошли. Сейчас ты у нас попляшешь. Смотрите, а, смотрите, кого я вам привез. Подглядывал за нами. А ну, что у тебя в карманах? Ты где ружье взял? В музей украл, а? Нет, это моего дедушки. Какого еще дедушки? А вот сейчас как мы с тебя шкуру снимем. Руки, ноги переломаем. А вот сейчас я тебя скушаю, а? Ну ладно, не пугайте парня. Ну ладно, ладно. Как тебя зовут, откуда ты взялся? Я Нодара, из деревни пришел. Ну, здравствуй, Нодаре. Здравствуй. А меня зовут Газун. А это Михала, мой зять. Это Леня. Это Яныш. Ну, идите, чего вы работаете, а мы здесь поговорим. Идите. Ладно, пошли. Держи ружье, воин. На, возьми нож. У вас тут деревни по-русски говорят? Нет, это я раньше жил в городе с родителями, но они умерли. На фронте погибли? Нет, в 37-м году умерли, и моя бабушка взяла меня к себе. Эх, Чавелла, Чавелла. Ну что ж, я тоже сиротой вырос. А теперь видишь, вожак табора. Так что ты не горюй. Скажи своим деревне, что цыгане не будут воровать. Пускай не боятся. Нас ведь тоже война коснулась. Одни невесты, гляди, табором бродят, а женихи все на фронте. Да и женатые, кто помоложе, там же. Скоро и их черед придет. Так что я один с бабами да детьми останусь в таборе. А где же мои внуки-то? А? Вон моя внучка Марьянка. Кай патря. Деманга. Деманга. Видал, какая. А вон мой внук Савка. Эй, Савка! А ну, покатай-ка парня на лошади. Иди, иди, не бойся, иди. Оставь ружье. Иди. Иди, не робей. Меня зовут Савка, а тебя как? А меня Нодарь. О, какое имя? Ну, садись, Нодарь. А ты чего встал? Пошел, пошел. Имей совесть, хотя бы сегодня попаси козу. Она во дворе уже все объела. Они меня ждут, бабушка. Они без меня не могут и шагу ступить. Просто удивительно, как они без тебя сюда добрались.
Не бойся, сами заявятся. И смотри на них издали сколько хочешь. Тебе что, обязательно с ними обниматься надо, чтобы в дом заразу притащить? Я только сегодня, бабушка. Чтоб вас всех троих черти забрали. Адам içat. Хватит, хватит. Ну давай, мальчик. Давай, давай. Нажимай сильнее. Молодец. Ну хватит. Подожди. Смотри сюда. Ну, гляди, какую подкову мы с тобой сделали, видишь? Нравится у нас в кузнице? Лотари! Иду! Лотари, дитя! Мы ждем! Иду! Нравится, но я сейчас пойду и завтра еще приду. Ну, давай, иди. Приходи завтра. Ну-ка, выходите оттуда. Вам там нечего делать. А что ты, моя дорогая золотая, ну что ты, посмотри, ничего я не взяла из тебя, посмотри. Давай лучше погадаем тебе. Всю правду расскажу тебе, что было, что будет, чем дело кончится. Что ей надо? А она умеет? Ты гляди, Вова еще украдет что-нибудь. А что у меня есть, чтобы красть? Идем и ты с нами. Мать. Заходи, Анетта. Мудари! Сад, харбиджо, сад! Я здесь, бабушка, скоро приду. Иди сюда, Нодарь, я не понимаю, что она говорит. Шилашвила. Сейчас я
Сейт огнахо, чей канзац на лимитере ахасида, и се варвалиго. Валиго, валиго, чей шеверю. В то время, если не вся, то уж наверняка половина деревни была в трауре. В грузинских деревнях живут целыми фамилиями. Многие соседи являются кровными родственниками. Поэтому пришедшая с фронта похоронка одевала в траур сразу несколько семей. Каму три ноги, каму хорошие цепи для очага, каму паять, каму лудить, выходи, хозяйки, каму паять, каму лудить. О, привет, ребята. Привет. Где Савка бродишь? Отец тебя искал. Я вот с ребятами на речку ходил. Ну, ладно. Ну, Дар, спроси у хозяйки, не надо ли ей чего. Аула, камарияк, ты чё, хороший, хороший. Дуся! Дуся, они спрашивают, не надо ли тебе чего? Мне нужна тренога, но у меня нет денег ее купить. Она хочет треногу, но денег нет. Ну нет денег, тогда пусть хлеба несет, или как это называется, мчады? Где мне взять мчады? Мчады у детей моих нет досыта. Отдавай, Леня. Отдади. Чего там? Жалко, да не надо пусть ничего. Пусть воды холодной принесет. Женщина с детьми. Воды и хватит. И заодно треноги сейчас ну будут. Да, конечно, что там тренога? Сейчас принесу. Кому треноги? Кому хорошие цепи для очага? Ну-ка, подходи. Кому паять, кому лудить? Кому подремонтировать, смотри, какой сделать, товар, что починить надо. Подходи, хозяин. Ну-ка. Иди, вот, надо, да, сделай. Ну, хорошо, да, все. Да. Смотри, да, какая тренога. Бери, не пожалей. Чего ты пальцем тычешь? Что она говорит? Да какое тонкое, ты посмотри, какая тренога. А вот может, тренога надо. Ладно, я это сделаю. Просто будет, да, и бутылка надо будет. Только лошадь увидел, так сразу понял, что к чему. Тут и ребенок поймет, что лошадь крашеная. Ну что ж, поглядим, только ты виду не подавай. Мне сегодня мама на свече гадает очень. А, я давно гадать умела. Моя мама на воде гадает. А помнишь, Савка, когда я маленький был, я с телеги свалился и спал на дороге, пока вы за мной не вернулись. А я помню. Ты тогда мне еще обе руки протянул. Я вашу телегу попросил. Я не помню. Саурия! Чего тебе, мама? Сейчас же возьми за руку брата и идите домой. Ты слышишь меня? Ну скоро, мама. Не скоро, а сейчас же идите, а то приду и шкуру с вас спущу. Идем. Пошли с нами, ну дали. Я останусь. Соня! Соня! Мобрцанди, Ромелиха! Мевар, Ольга! Соня, еще не видели. Заходи, Ольга. Не время сейчас. Твои ребята вернулись? Мои вернулись, но Дарья с ними не пошел. Что же мне делать? Куда мне идти среди ночи по этим кочкам и оврагам? Хочешь, я пойду с тобой? Тебе незачем. Это у меня такой сумасшедший внук.
Ну все, готово. Какие тебе больше нравятся? Мне все равно. Тогда я выбираю все вот эти. Вот, смотри. Ты молодец. Ну, молодец. С первого раза хорошо пошел. Иди маленькими шагами, а то ты можешь упасть. Тут подъем осторожнее. Смотри, как я. Какие груши. Побери. Спасибо. Нела, бери. Нела. Это Ананя. Его никто не уважает. Я слышал, как бабушка говорила соседке. Он ночью из поти привозит кукурузу и на нашем базаре продает. Своих сыновей на войну не отпустил. Оставил их по броне. У какой вредный. А это его конь пасется? Ага. О, как откормил. Ну, Дарья, подойди ко мне, если тебе не трудно. Я вас слушаю, тетя Васаси. Совестно мне тебя беспокоить, но просьба у меня к тебе одна. Говорите, тетя Васаси. Приведи ко мне хорошую гадалку. Что-то от моего Вано давно известий нет. Может, скажет она что-нибудь утешительное. Хорошо, тетя Васаси. Я очень на тебя надеюсь, мальчик. О, как много! Слушай, Лачо-Миро, тебя бабушка за это не заругает, а? Ах ты! Лепо-каден. Ну, садись, садись. Поешь. Он как раз на твою долю осталось. Вот. Спасибо, я ел. Ешь, ешь давай. Ешь. Оксана, меня за хорошую гадалкой одна женщина послала. А у нас тут все хорошие. А как же? Мой мангав сароб хэнти патря. Думай, Кирина, со ж Кирина дача, ворина дена тихан, ні конеска, дихис гадяти рлийом, беш, ха, ха, пески, нара кернісо, а кебенга, наджа, нікай, ха, сіям, саво, чаворо. Шукар, шукар. А тач манде, ха, сіям, чаворо, надела, нісо ти кера. Ну, слушай, за то, что моим дітям їди не пожаліла. Карти мої всю правду тебе скажу. Ела феремит хари, гардам і мало. Что я тебе хочу сказать, милая моя? Ждешь ты известия.
И карты мои говорят, что скоро радость у тебя будет в доме. Счастье будет. Все у тебя будет нормально, посмотри. Поверь, карты правду говорят. Большое счастье ждет тебя, не плачь, милая, не терзай свое сердечко понапрасну. Посмотри, светлой станет твоя жизнь. В доме твоем навсегда радость поселится. Бога будешь благодарить, сына своего встретишь. Свадьба будет в доме у тебя. Свадьба, счастье будет в доме своем. И все у тебя будет нормально. Ешь, ешь. Слушай, он же никогда в жизни не ел орешков. Откуда он знает, как их надо грызть? Не знаю. Ну, Дарь, я хорбитюшка. Ты на Даре, не правда ли? Правда, тетя Анечка? Маргарита Вичола! Вот я привел вам гадалку, тетя Анечка. Вот умница, что привел. Заходите. Так нравится? И ты так сможешь. Потише вы. В деревне все же в трауре. Не очень-то расходитесь. Слышишь, как звучит? А ну, держи. Так. Пальцы сюда. Вот так. Этот палец сюда. А этим больше захватывай. Вот так. А ну подожди. Постарайся по всем струнам пройти. Вот так. Пальцы держи. Молодец, быстро научишься. Молодец. Ну давай еще раз. Свободно держи кисть. Так. Так. Ну, смелее. Смелее. Так, хорошо. Хорошо. Молодец. Нет, нет, не так. Средний палец не на том месте держишь. Вот, вот так. Ну, Дарри! Молодец. Хорошо. Ну, Дарри! Девичарка хуреба! Дай-ка, бебия! Ну, чего тебе, бабушка? Имей совесть, иди домой. Скоро светать начнет. Ты меня слышишь? Я пойду. Бабушка зовет. Ничего, ничего, Чавра, иди. И завтра тоже будет день. Я завтра приду. Уж лучше бы они тебя усыновили, и дело с концом. И усыновят. Ну так иди к ним. И пойду. Но Дарва Шаломидзе, советую тебе не сводить меня с ума. Не то я такое выкину, чего еще свет не видал. Бессовестный ты человек. Когда мы уедем отсюда, мы с Марьянкой будем тебе письма писать. А когда вырастем, может, снова приедем в вашу деревню. А вы что, уезжать собираетесь? Куда нам торопиться? Нам здесь нравится. Питер,
Надарие, он харшен. Улгас бадыши. Не вар, кето бебия. Ерти сад ховари мяк, шентан да ардам зарда, шени чирими. Ну, Дарья, приведи мне одну хорошую гадалку. Ты ведь с ними дружишь. Кето бебия. Рая. Я привел к вам гадалку, тетя Кето. Заходите. Пожалуйста. Мобзан. Мобзан. Уйдите подальше, дети. Тут вам нечего делать. Неловко мне тебя об этом просить. Какая у меня может быть надежда? Но может быть ты и мне приведешь хорошую гадалку? Конечно, приведу, Дуся. Мне это ничего не стоит. Без моего Михако мне в сырой земле надо лежать. Но что с этими несчастными детьми делать? Вот вижу. Много людей вижу. Вижу. Вот. Дуся, когда так надо... Тебе переводчик не нужен, Дуся. Выйду я лучше во двор. Иди, милый. Вот сколько их полегло. Все красивые, молодые. Ох, как жалко их. Ты не бойся, нет там твоего. Ой, дай бог, чтоб так. Не мешай мне. Вот он тащится, а рядом мальчик совсем молодой. Но словят их враги. Мучить больно будут. Тот молодой не выдержит. Вон лежит малец, а твой над ним стоит. Бебия! Бебия! Ты что кричишь? Волк, что ли, за тобой гонится? Бабушка, милая, я очень прошу тебя, дай что-нибудь для Дуси. Ты же знаешь, у них ничего нет. А что у нас самих-то есть, чтобы другим отдавать? Я прошу, бабушка, она последнего цыпленка хочет гадалке отдать. Дай что-нибудь. Ты говоришь, у Дуси гадалка? Ладно, пойдем, мой мальчик, поищем что-нибудь. Вот он, вижу, ушел от них, стоит под деревом, улыбается, зубы белые, живой твой муж, живой. Жив твой отец, сынок, жив. Живой он, живой.
Доброе утро, Дуся. Цыганка сказала, что жив Михако. Крех, говорит, оплакивает живого человека. Может быть, я не должна была поверить. Но она мне такие вещи сказала, что я всему поверила. И правильно сделала, что поверила. Правильно сделала. Камарджова, халхо. Камарджова, Нина. Мобзанда. Шемоди. Хара, шемусасхова танцали. Рария, камбо. Равици. Эге барци озда саджеревели им цигинис калис прутуни. Магисведи не вин момцамара. Может быть, не стоило верить болтовне этой цыганки, но ведь приехал же в отпуск этот оплаканный всеми зенобанский Сургуладзе. Мне дочку жалко. Она ведь обожала своего отца. С тех пор, как похоронку получили, не просыхают у нее глаза. Теперь, может, воспрянет духом, и, может, Бог даст, и впрямь живой он, а по-живому негоже горевать. Конечно, негоже, конечно. Пошла я, а то моя коза забредет кому-нибудь во двор, и хлопот не оберешься. Ты хорошо не ешь. Найду тебя. Здорово было, да? А что ведь здорово? Нет, смас я вас. А когда ростов удал и кого? Может быть, не во всех семьях, но уж у половины наверняка оживили цыгане погибших на войне сыновей, мужей, братьев, женихов, отцов и родственников. Может, не во всех, но во многих угасающих очагах они снова раздули огонь, и все это за горсть табака, за 2-3 яйца, кусок сыра, а иногда и совсем бесплатно, за стакан холодной воды из родника. Ольга Керкадзе, заходи, Нина. Ты должна одолжить мне своего внука. Можешь насовсем его взять, если найдешь. Все равно мне от него никакого проку. С утра до ночи ошивается в цыганском таборе и бренчит на гитаре. Вчера вот притащил 5 таких же, как сам Сорванцов. Все деревья обобрали так, что во дворе даже вишенки не найдешь, чтобы рот освежить. Все съели, все забрали. Неужели ничего не оставили? Как нет? В шее оставили столько, что со вчерашнего дня вывожу и не могу вывести. Ты все-таки одолжи мне его. Я ведь сказала, если найдешь, бери его насовсем. Ах, ты здесь? А ты думала, я где? Ну, не буду вам мешать. Ты потом загляни ко мне, Нина. Я вас слушаю, тетя Нина. Скажи, пусть несет. Таз, воду, горсть соли, 3 куска сахара и золотое кольцо. Тайонена? Таштим чирио. Эрти муча марилио. Тхалио. Окрос бечедита сами натахи шакарио. Майхуар гадареулайна.
Шакари, сами целые, с измарши царвина хавс. Что она говорит? Говорит, давно во сне не видела сахара. Кто его видел? Снимай кольцо. Сюда клади, сюда, в руки нельзя. Браво, уша крута, бари варке. Кавайт, можно без сахара? Ладно, найдем. Ай, милая, сахар от детей прятала. Но для хорошего человека, Оксане, ничего не жалко. Ситк бода сик этой ну моги шанс, шенок мертвым. Пхен, пхен саропаны. Золото чистое? Супта укротуа. Подягло, нам дули, нам дули. Чистое, да. На кого гадать будешь, милая? На сына. Сын, сын, Гриша. Пхен саропаны. Вижу, я и вижу. Живой он. Живой, берламутровая моя. Хедам, цоцхалео. Среди чужих людей находится. Рвется оттуда, вырваться не может. Цоцхал шхедау. Аму сулаунда, маграм вермодис. Вайма. Икос, нена, икос, сулет гаста. Голова белым повязана, в голову, значит, ранен, золотая моя, бриллиантовая. Тауши я дотерели, маграм цоцхалео. Не пугайся, красавица моя, живой твой Гриша вернется, невестка детей нарожает, все будет хорошо, красавица ты моя золотая. Ну, гащенел, тот хладаг и брундебал. Чего это она? А с этим что вы будете делать? Сушопит. Ты куда меня привел? Я не знал. Милая, ошибка вышла, который нес тебе известие, золотая моя. Того убили. Амханак самоугия, цели, да, искать я муклой. Як? Тихо, тихо, золотая моя. Ну посмотри, ну живой твой сын, живой Гриша, ну поверь мне. Ну смотри, ну смотри. Армамат от. Армамат от. Амбаха не сгапится, промел тебе. Армамат от. Ребенком заклинаю, чтоб ты правду сказала. Тыраколдова мирача ворас. Тыраколдова мирача ворас. Скажи, жив. Жив ее сын. Жив. Вот знак. У меня роды начались. Родится сын. Гришей назову. Требую я в Багдалу. Дай.
для окна. Ну что, Шинь? Ты для окна. Татули, милая, его гадалка здесь ребенка рожает. А я-то тут при чем? Да нет, на гадание я не в претензии. Но не дай бог несчастье случится в моем доме. Позови женщин, Татули, может, Анечка дома. Чего стоишь? А ты отойди отсюда, тебе здесь нечего делать. Ну, сними кольцо с пальца, ну, пока. Нет, уронишь. Ну, я прошу. Нет, смотри так. Ну, ладно. Какое красивое. Це джевел шелберш сараменца. Джевел сосной, сарамен бахтал. Тетя Нина свое кольцо подарила. Мне. Тык. За что? За то, что Гришу родила. Найсток. Спасибо ей. Какая добрая женщина. Золотое кольцо. Напрасно не зовите детей, все равно не пойдут. Я бы на их месте тоже не пошла. А как поют черти. Эх, Сонечка, петь и мы не хуже умеем, но поется ли нам? А раз не поется, пойдемте лучше по домам. Не будем звать детей, пусть они хоть чужих песен наслушаются. Yeah.
خلیت رو مرد نمید کنید سواسوی فکر دیرد سر او چین مچین از کودی تو دهی خوره این خلق بده ایسه تو شمه ای برای ازا شما را چه می پاکوسیه سونیم Если бы я перед сном сама не поила его водой, я бы могла подумать что-нибудь другое. Как видно, они шапку-невидимку надели на себя и так забрались во двор. А то Соня вот знает, наша собака не то что посторонних, иной раз нас самих не признает и во двор не пускает. В это трудное время 5 кур потерять не шутка. И 2 гусей тоже не шутка. Мама, мама, мы все обыскали. Нашего козленка нигде нет. Наверное, цыгане увели. Чему же вы радуетесь? Вот дурни растут. Не знаю с ними, что делать. Догнать их все равно не удастся, люди. Пошли по домам. Эх, что поделаешь, их тоже жалко, они тоже есть хотят. У тебя ничего не украли, и потому их жалеешь. А если бы и украли, все равно бы пожалела. У вас взяли что-нибудь, Ольга? У меня нет. Что с тобой? Ты заболел, что ли? Ничего я не заболел. Что же ты по цыганам плачешь, которые деревню обворовали? Оставь меня, ни по ком я не плачу. Что случилось, Нодари? Цыгане ушли. Ну и что? В данном случае мы имеем дело с социально-этническим явлением. Ты зайди ко мне вечерком, мы побеседуем об этом. Из Чохотаури человек приехал. Говорит, тамошняя милиция наших цыган поймала. Их, оказывается, утром же поймали, но машина была в отъезде, и потому до сих пор не сообщили. Кто потерпевший, говорит он, пусть все едут, чтобы свое добро опознать. Машина, говорит он, вас и отвезет, и привезет. И мы с ними поедем, мама. Пойдите-ка сначала сюда. Сад, Михаил, Oh, yeah.
там Хелага сказал! А я хочу еще! Да, мы можем прикрыть, а Здравствуйте, люди. Мне было так стыдно, что хотелось плакать. И в эту минуту я предпочел бы быть вместе с цыганами, нежели с моими односельчанами. Неужели непонятно, что эти несчастные вовсе не воры и не грабители, что за ними нет никакой вины? Просто если они даже не хотят этого, когда они проходят мимо какой-нибудь вещи, она сама липнет к ним, как к магниту. Так думал я, но меня об этом никто не спрашивал. Вы знаете этих людей? Знаем, конечно, знаем. Это ваша скотина? Вернитесь назад, бестолковый. В чем дело, уважаемый? Зачем нас сюда вызвали? Ты что, оглох, леварси бережьяни? Я, кажется, понятно говорю. Присмотрите за вашей скотиной. А за этим я сам потом присмотрю. За какой скотиной, уважаемый? Послушайте, это ваша скотина или нет? Была наша, уважаемый. А потом мы ее обменяли. Кто на треногу, кто на цепи. Арсен Гудаваз, есть тут твоя скотина? Вот этот пестрый поросенок мой. Ты ведь обменял его цыганам на треногу? Конечно, обменял. Я не слыхал, чтобы треногу на четвероногого обменивали. Это мое личное дело. А второй поросенок чей? У этого поросенка нет хозяина. Пусть будет так. Чья же это коза, Нина? Откуда мне знать, почему ты у меня спрашиваешь? Потому что в упор она на тебя смотрит, Нина. В упор на меня и ты смотришь. Но ты вроде бы не мой. Женщины, насколько мне известно, этих кур вы отдали цыганам в обмен на гадания и хорошие вести, так ведь? Конечно, так. Но если вы не понесли никакого ущерба, зачем же вы неслись на ночь, глядя в Чохотаури? А мы думали, не случилось ли какого-нибудь несчастья? Ведь идет война, уважаемые. У этого теленка, наверное, тоже нет хозяина. Это был мой теленок. Но я подарил его цыганскому вожаку. Он что, твой двоюродный брат? Зачем в это голодное время ты подарил цыгану теленка? Затем, что дочь вожака родила мальчика у нас. И назвала его Гришей в честь сына нашей Нины, который ушел из нашей деревни на фронт. Это правда. Да, это правда, правда. Ладно, черт с вами.
возвращайтесь в Зенобани, но только не надейтесь, что я вам машину дам. Раз вы меня одурачили и осрамили перед этими цыганами, тащите сюда пешком. У них к вам никаких претензий нет. Вы свободны. Езжайте. Умчались навсегда мои смуглолицые, танцующие и поющие цыгане. Умчались, не оглянувшись, прихватив с собой чуточку деревенского добра, но оставили гореть в Зенобани такой костер надежды, что он горит в моей душе и по сей день. Yeah.